dvhub.ru. Все туда. Еще хуже сделаете. Сами разберемся. Но почему вы думаете, что мы не поможем? Потому что. Вам только сенсацию, а нам как получается? Вам только да. Так, что денежные. А пошли снимать, добрый день. Да как получилось? Знакомые здесь у меня. Уж как лет 5, наверное, складывали деньги свои. Ну и все, и мы пошли-то сюда же. Года полтора, наверное, мы здесь были. Все нормально было. Пока вот вчера в новостях не видели. Сколько лет существует по всей России? Государство только увидало. Ни налоговая не видит, ни прокуратура, ни инспекция, никто ничего не видел. Я снял, думал, там, короче, вложить. Снял, не получилось. В этот же день пришел, положил. А тут мне теща звонит, амурский этот сберегательный фонд закрылся. Восточный, это восточный. Это восточный, есть еще амурский. А у тещи в амурском лежал. Я, короче, что-то волновался. В этот же день пошел, написал заявление, чтобы деньги возвращали. Сейчас думаю, нафига я их положил обратно сюда. 5 лет существует по всей России, сколько их таких. Спокойно нас обдирают. А сколько у вас человек там? Не в курсе? Ну, вообще. Нет. Я знаю только троих, которые там. Я, сестра моя, приятельница. Так, а кто ты последний? Почему не последний? У кого денег полно, тот не будет зариться на проценты. А у кого их, как бы... Ну, сказали, что 9 ноября будет объявление, и 1 декабря будет собрание. Там уже разъяснят нам, что мы прощаемся с деньгами. Вот так вот. Вот, вы прямой вопрос задавали, почему сейчас не может деньги быть? Они говорят, все арестовано, счета арестованы, мы сами еще ничего не знаем. Вот так. dvhub.ru